Всем привет, всем привет. Наконец-то можно позавтракать. Я вчера опять прилетел в славный город Берлин. И можно позавтракать. Я очень голодный. Давайте приступим. Здесь у меня яблоки, творог, мармелад, сыр и хлеб. Воздушности, молоко. Очень голодный, если честно, прям жесть. Полет прошел нормально вчера, даже очень быстро. Я приехал где-то за час до регистрации. За час до посадки у меня была ручная кладь. И я быстренько прошел. Здесь минут все. Я очень голодный. В Берлине погода прекрасная. 0 градусов, ясно. Многие говорят, что вредно есть на завтрак хлопья. Они повышают сахар. Но мне кажется, все-таки это зависит от того, что кроме хлопьев вы еще едите. Нельзя же постоянно одни хлопья есть, тогда, конечно, волочить ноги будете. Первый позыв голода чуть-чуть потушен. Переходим ко второй фазе. Чай. Кружка есть? Чая нет. Попозже я попью. Так, у меня здесь французский багет, сыр. Вот это овечий сыр, а вот это что-то типа плавленного, но не совсем доплавленный какой-то. Кстати, перед тем, как купить сыр, можно его попробовать. Это очень классно, потому что выбор огромный, просто колоссальный, и не хочется прогадать. Вот. Покупалось ведь добро. Ну все, это завтрак сегодняшний. Да. На минус первом этаже в галерее Лафайет. Мне очень сложно это выговорить. Галерея Лафайет. Там есть продуктовый магазин. Вот.
Там можно попробовать сыр перед тем, как купить. Не обязательно много покупать, по чуть-чуть взять. Мое любимое печенье лук. Они очень вкусные. Багет, конечно, сыроват, но он вчера был куплен, поэтому тут овечий сыр. Шип овца же. Вот он клевый, насыщенный вкус, прям даже не хочется хлебом перебивать. А это творог. 0%. Странно, что я хотел не 0%, а что-нибудь пожирнее попробовать, ну так, для разнообразия. Но самый жирный творог был 3%. Французы жирный творог не едят. Вот. Упс. Немножко пролил. Ох. Так, попробую немножко творога. Кул. Класс. Клёвый. Такой прям с кислинкой. Так, немножко сыр еще. Еще сыр очень вкусный, мне прям. Ну, конечно, сыр из овечьего молока вкуснее, но и вот этот вот второй, что-то типа между плавленного и неплавленного, он тоже очень классный. Вообще хлеб не хочется есть, это такой хороший сыр. Просто наслаждаться вкусом сыра. А хлеб как бы так, для красоты. Ну, открою печенье. Класс. Такие прям. Но съем их попозже с чаем, когда поставлю чайник. Так что всем хорошего дня. Не скучайте, не грустите. Кушайте вкусно, но немного, чтобы наслаждаться едой, но не жить ради нее. Все, всем пока.